Добрый день, меня зовут Ридиана Волька, я психолог, диетолог, мне 55 лет. В школу коучинга я вписалась по двум причинам. Мне нужно было устранить личные проблемы и научиться новому методу психологии. Участвовала я по тарифу VIP «Золотой Алтай» и в настоящее время закончила первый модуль. Мои результаты следующие: я научилась устранять внутренние конфликты у себя и у других людей. За эти полтора месяца изменилось очень мое внутреннее состояние. До этого я жила почти 30 лет в состоянии глубокой депрессии в программе «Не живи». То есть жить не хотелось вообще, я не понимала, что жизнь – это дар. Очень удивлялась, когда люди радуются жизни, просто так могут смеяться. Почти 30 лет я плакала каждый день и ничего не могла с этим поделать. Я не понимала ни причин, почему я плачу, но иногда с этого начинался мой день, я выплачусь, и потом, чтобы уже прожить день дальше. И даже обращавшись ко многим психологам, ко многим методикам, даже сама получив образование клинического психолога, я не могла у себя устранить вот эту очень сильную депрессию. И после первой сессии в школе коучинга, пройдя здесь с моими однокурсниками, я больше ни разу не плакала, и состояние депрессии ушло как по маху волшебной палочки. С тех пор я стала искренне радоваться жизни. Я понимаю теперь, что жизнь – это действительно бесценный дар, и я теперь ее берегу, и никаких у меня нет суицидальных наклонностей. Очень понравилось мне обучение в этой программе. И хотя у меня есть два высших образования, философское и психологическое, я думала, что здесь уже явно теоретических знаний никаких новых не получу. Но, как ни странно, Павел Борисович оказался великим систематизатором таких мировых знаний. Я узнала очень много нового. Причем это были опять не кладезь каких-то теоретических знаний, а это были все знания практические, которые помогли мне в жизни. Особенно меня впечатлил каст «Мужское и женское предназначение». Я оставила идею, которая меня мучила много последние годы, что я должна открыть снова свой какой-то бизнес, зарабатывать. Вот. И теперь, отбросив эту тяжелую идею создания бизнеса, живу очень легко, по-женски, все тоже получается. Еще меня очень удивила идея, что женщина может быть безответственной. Как говорит Павел Борисович, я просто передумала. Я теперь часто использую, потому что я была супер ответственным человеком. И на меня это очень сильно давило. Вот, я начала понимать мужчин, например, моего сына, который является тормозом, в комнате у которого может быть беспорядок. Я поняла причины многого мужского поведения и отношусь к ним сейчас легко и просто. Еще хорошая наработка, которую я здесь получила, у меня пропало желание помогать всем бесплатно. То есть до этого многие мои работодатели использовали мою энергию и мой там психологический какой-то опыт просто в своих целях. Вот. То есть за это время у меня выстроились мои внутренние границы и поднялась самооценка. Я пролечила здесь часть психосоматических заболеваний. Например, мои однокурсники убрали там мне за один день отит, цистит. И сейчас я работаю над моим хроническим, которое заболеванием психосоматическим уже 40 лет. Это у меня аллергический ринит. Еще вторичные выкаты. То есть вот над этим я провожу сессии. Это я еще не отработала. Самое главное, что сейчас мне нравится после программы, что у меня есть метод, который позволяет мне работать с собой и позволяет работать с другими, то есть даже зарабатывать. 2 года у меня был запрос именно на метод работы как психолога. Как клиент я прошла очень многие психологические обучения, была как клиент РПТ, на семейных расстановках. Обучалась даже лечению психосоматики у последователя новой германской медицины, канадца Жильбера Рено, тоже прошла первый модуль. Но результаты были такие, что одна теория, и как пролечить заболевание, как
помочь себе и другим. Так и после первого модуля осталась только теория. Здесь же после обучения от первого модуля, буквально после первых сессий, вы получаете именно практическое оружие. Вот, то есть мне очень понравился этот метод. Еще мне понравилось ШИКА, что вот можно обучаться онлайн. Это большая перспектива, потому что не нужно никуда ехать. Вот, например, когда я обучалась у канадца, нужно было каждый раз ехать в Москву, чтобы следующую ступень отрабатывать там с ним лично и получать. То есть это не всегда удобно по времени и финансово. Здесь каждый модуль ты проходишь сам и отрабатываешь его своими однокурсниками. Еще у меня был запрос как раз на общение с людьми, которые тоже духовно развиваются, какой-то метод используют. И вот здесь великолепная и в чате ШИКА вы можете общаться и на личные темы, и попросить помощи, совета. То есть это великолепное место для общения со своими единомышленниками. Я прошла 6 сессий в моем пакете было с коучами-ассистентами, с Татьяной Кольцовой и Андреем Усыниным. Ну, это великолепные профессионалы, а также люди. Я их очень благодарю и люблю их просто как людей. Хорошо прошли сессии с моими однокурсниками. Некоторые вот пролечили мне отит, кто-то цистит пролечил. Психологические вот проблемы почти все, многие предписания отработаны. Единственное, что мне вот осталось отрабатывать, вот то, что беспокоит меня сейчас, это мой аллергический ринит. За это время, за эти полтора месяца, я прошла примерно 15 или чуть больше коуч-сессий. Павла Борисовича я считаю великим систематизатором знаний, не просто теоретиком, но и великим практиком. Он организатор, тренер и великий достигатор. Также я благодарю его не только за создание этой школы и за метод, я благодарю его за создание такой великолепной, отзывчивой, умной команды. Вот. С той обучения в ШИКА мне окупилось еще до обучения. Я попала всего за 67 рублей в клуб достигаторов. И сразу же была клиентом у Андрея Усынина. И вот я отрабатывала мой запрос по созданию нового бизнеса. И как бы хотела больше зарабатывать. И помню, на закрепление коуч-сессии моего нового состояния Андрей Усынин предложил мне не зарабатывать, а получать. И буквально через 3 дня я получила своих работодателей тур в 5-звездочный отель в Дубае стоимостью за 150 тысяч рублей. То есть у меня сразу же был большая прибыль была от того, что я просто побывала даже в клубе достигаторов. Вот. И затем с Андреем мы тоже как-то прорабатывали запрос совсем на другую тему, тоже пришли деньги. Вот. И я получила 6 коуч-сессий за время обучения, это получается 24 тысячи, то есть это сколько стоил мой пакет VIP. И получается, что все остальные тренинги, которые были, входили в мой комплект, и весь метод я получила просто в подарок. То есть, поэтому я хочу сказать всем, кто сомневается, что вы получаете, ну, просто сказочный подарок. Вы получаете общение, вы получаете метод, вы получаете метод лечения. Вряд ли где, но вот я проучилась очень много за это время во многих психологических школах, направлениях. То есть именно вот здесь только я нашла то, что там не 3 в 1 даже, а 10 в 1. Поэтому я всем советую обучиться хотя бы для себя, и уже ваша жизнь изменится к лучшему. Благодарю за внимание и благодарю Павла Борисовича и его команду.